Да, цвет настроения белый. Янг Трэпа. Давайте посмотрим, что нам выдал Янг Трэпа. Это тоже участник одного из наших РЗТ. У нас был РЗТ, Янг Трэпа и Кизару, в котором победил Кизару. А вот. О чем, в принципе, было распространение во всех музыкальных пабликах, потому что Кизару нас репостил в сторис. И послушаем, что же выдал его оппонент Янг Трэпа. Цвет настроения белый. Ну, допустим, заявка пиздец. Потому что, как известно, там цвет настроения синий, цвет настроения черный, цвет настроения. Здесь цвет настроения белый, да? Ну давай. Цвет настроения белый, морозит нос даже летом. Цвет настроения белый, брикеты набитые снегом. Цвет настроения белый, меняя купюры на первый. Цвет настроения белый, сука, чувствует себя королевой. Цвет настроения белый, морозит нос даже летом. Цвет настроения белый, брикеты набитые снегом. Цвет настроения белый, меняя купюры на первый. Цвет настроения белый, сука, чувствует себя королевой. На злобу дня, бейби, мой цвет настроения белый. Пока усы синий и черный, мой цвет настроения белый. Моя белая сука с белым цветом сумки. Моя белым автос, братом дует моя майк. Белая как доза, надеру плитку жопы своих белых форсов. Белые перчатки удаляют отпечатки. Суки в белом банго, белые на ляжке. Супер криминальный, пулю непробиваемый. Копы непрогибаемый, бельдем не потакающий. Я свое дело знаю. Янг Трэпа, истинная си Янги. Цвет настроения белый, морозит но... Ой, так. Бля, с чего бы начать даже? Я даже не знаю, с чего начать. Мне кажется, как бы он то ли пока не может индустрию прочувствовать и понять вообще, что происходит. Потому что он все-таки остается в рамках того жанра, где преобладает техника, где преобладает четкое исполнение своего стиля. То есть это не распиздяйский рэп. Это не оффбитный рэп, это не кринж рэп какой-то, это именно такой хороший добротный трэп по задумке. Вот, а по факту это получается очень среднее исполнение технически, попадание в музыку тоже весьма среднее. То есть это музыка как будто бы типа 2015 года реально. Здесь нету развития и прихода к единению с битлом, эмоций, вкладываемых куда-то. То есть это не Ога Будда, да? Это не... Блять. Это не Рокет. Это не Гонфлат. Это не Фараон. Но он пытается играть на том поле. То есть он не пытается играть на поле Скали Милано, да, условного. Даже не на поле там Блага Уайта, да, нет. Он идет, в рамки качественного стиля, с текстом, с разнообразием ритмики, с попаданием, с переходами и игрой. Вот игрой в крутой, в качественный, кочевый, атмосферный рэп. Но на деле он этого не выдает, к сожалению, совершенно. Совершенно не выдает. Я не знаю, что происходит, и... возможно, я что-то не понимаю, да? Возможно, я что-то не понимаю, и чем-то он другим берет. Но, например, Майот тот же самый. Вот. Майот, Благовайт. Они берут атмосферой. Пиздец какой мощнецкой, да? Очень мощной атмосферой. Они меньше значительно уделяют внимание тексту с точки зрения какой-то там смысловой составляющей. Вайт вообще на своем языке там что-то, бля, рассказывает. Майот не парится со смысловыми конструкциями. Там одно-то потому может рассказывать в своих фристайлах и похуй. Зато это очень атмосферно и качающе может звучать. Здесь есть претензия на то, что он что-то расскажет нам под какой-то красивый ритмический рисунок. Охуенно атмосферно. Но это все звучит как сырая демка, неумело звучащая. Это музыка 2014 года, недоработанная даже там, пиздец.
Поэтому цвет настроения белый, приплести сюда кокаин, ну, допустим. Ну, блядь. Как музыкальный продукт, это очень вторичная и слабая работа. Очень вторичная и слабая. Просто пиздец. Даже летом. Цвет настроения белый, брикеты набитые снегом. Цвет настроения белый, меняя купюры на первый. Цвет настроения белый, сука, чувствует себя королевой. Цвет настроения белый, морозит нос даже летом. Цвет настроения белый, брикеты набитые снегом. Цвет настроения белый, меняя купюры на первый. Цвет настроения белый, сука, чувствует себя королевой. Вот это трэп-россиянин. Вот реально. Введенный термин Лил Петровичем, не знаю, наверное, им, но, по крайней мере, я услышал у него впервые это. Это трэп-россиянин, вот честно. Цвет настроения белый, трэп настроения белый, суки в мыле и пене, ял трэпа их разогреет, мой цвет настроения белый. Это пиздец вообще, полный пиздец. Флом, ну зачем ты пытаешься сказать, что он хоть в чем-то норм, тупо можно сказать мусор, а не трек. Не, ну просто видишь, как бы обоссать не без аргументов, это, ну, типа, много ума не надо. Моя задача все-таки объяснить, почему я считаю это некачественной работой. Со всех сторон, типа, рассмотря, да? Белый цвет настроения белый. Белый. Ты ходишь по льду по снегу. Oh. И привет моему нигеру Эду. Неважно, зимой или летом, мой цвет настроения белый. Еще в шоу-бизнесе все любят белый. На улице все любят белый. Блондинки, брюнетки, модели, актрисы, все любят белый. На кухне так много первого, что красные капли из носа от этого. То есть мне кажется, знаете, вот направление куда? Направление, да, в кринж какой-то идет. С точки зрения фигуры. То есть если он хочет оставаться на волне популярности, потому что сейчас волна популярности начнет спадать, и начнет его начнут спрашивать за творчество с точки зрения, начнут у него спрашивать, где же крутая музыка, где бриллианты, те все самые, которые ты создал в своих тетрадях, написав, сидя там. Вот, сейчас пока идет хайп вокруг того, что вот он вышел, освободился, типа вот он здесь как бы, и типа сейчас что-то будет, вот фит с Моргином, вот фит с тем, с этим, и вот Young Trappa, вот Young Trappa is back! Но типа надо давать уже продукт крутой. Вот. Я думаю, что продукта крутого пока, к сожалению, не предвидится, учитывая вот продукт такого качества. Надо, наверное, начинать работать в какой-то, наверное, кринж-образ, да, ну, то есть, связанный с реалом, наверное, с какими-то эпатажными яркими поступками, чтобы это подкрепляло все его какой-то хайп, интерес и вообще в целом. То есть, ну, вроде как личность, да, как личность, он довольно яркий, довольно такой противоречивый, ему, типа, безразлично, там, какие-то запреты, законы, он может, там, наебуривать, короче. То есть это чувак, за что его можно уважать, если выйти за рамки музыки, уважать его можно за то, что у него есть позиция яркая, он ее отстаивает, и ему похуй. С точки зрения определенной трушности его как личности, да, насколько мне, по крайней мере, это известно, из открытых источников я лично с ним не знаком, к сожалению. Вот, поэтому судить окончательно я не могу, там только из каких-то отзывов других людей, каких-то открытых источников, там, видосиков, еще чего-то такой хуйни, которые еще мне и попадались, потому что я не все их видел. Вот. Ну, старого видоса, там, где он там, старый видос еще, где у него длинные волосы были, где он там пытался отмахиваться против кучи пацанов, которые к нему лезли. Тоже респект, как бы, да, блядь, мазу кидал сам за себя, за дело взялся, сел, отсидел, да. То есть, в этом плане, с точки зрения трушности этого чувака как человека, оно есть в нем, и за это ему респект. Вот, но с точки зрения музыки именно, я же только музыку разбираю, да? С точки зрения музыки это какой-то кошмар, бро. Не знаю, пиздец полный. Поэтому мне кажется, ему, учитывая вот это обстоятельство, что типа он как человек, трушный чувак, такой он как вот делает, все, что говорит, то делает. Вот, ему, мне кажется, стоит развиваться в этом направлении, с точки зрения развития своего образа. Потому что с точки зрения музыки тягаться там с Гонфладом, с Фараоном, с Моргенштерном, с Огбудой, блять, с Благовайтом, с такими ребятами, ну, не знаю, там, не знаю. Вот Маркул мы смотрели сейчас, да, Кизару. Вообще, короче, это просто другой уровень, к сожалению. Да, поэтому, мне кажется, ему стоит обращать внимание на свою личность, потому что у многих артистов, вышеперечисленных мной, есть образ, который немного не соответствует действительности. А у него
Все соответствует действительности. Вот. Поэтому ему, мне кажется, имеет смысл вот делать акцент на развитие себя как личности, которая ебашит без образа. Ебашит без образа. Как-то так, наверное, бля, не знаю. Но музыка это слабо, это очень слабо. Цвет настроения белый морозит нос даже летом. Цвет настроения белый, брикеты набитые снегом. Цвет настроения белый, меняю купюры на первый. Цвет настроения белый, сука, чувствует себя королевой. Цвет настроения белый, морозит нос даже летом. Цвет настроения белый, брикеты набитые снегом. Завтра ты котик, да. Цвет настроения белый, меняю...